Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, а также Екатизавр доисторический. Чего ты сейчас сказал? Тирана Катя первобытная. Погоди, ты хочешь сказать, что я огромный большой динозавр? То есть, подожди, я страшная, что ли? Кого? Нет, мы просто сегодня находимся там, где неожиданно наступило глобальное потепление. Мы находимся там, где в любую секунду на планету может шандарахнуть астероид, и все живое на ней вымрет. Мы находимся там, где выживает сильнейший. А, я поняла, мы в Ижевске, знаешь почему? У меня вот есть священная морковка в этой серии, у меня такая. Она мне сказала, что в Ижевске недавно упал метеорит, там звезды часто падают, и еще там очень страшненько бывает. Ну, вроде все сходится. То есть в Ижевске падают не метеориты, а астероиды, и в Ижевске глобальное потепление, а еще там выживает сильнейший? Ну, говорят, в Ижевске уже потепление, там плюс 3 вроде, снег тает. Что-то такое. Ну, вроде. Это прям реально тепло. Ну, слушайте, вот кто живет в Ижевске, я как бы не знаю, но если у вас там реально астероиды падают каждый день, вот это земля вам пуховик. Типа, я не знаю. Страшно, очень страшно. А, можно пальтишко надеть уже, так как, ну, тепло обещают. Можно пуханы убрать уже, наверное. Да, всем пуховик, земля. Подожди, а если сейчас на нас как упадет астероид вот с неба, вот бог Майнкрафта скинет, и что нам делать дальше надо будет? Ну все, тогда это последняя серия Майнкрафта, оно получается, если упадет астероид. Ну тогда все мы вымрем, все вот это в Майнкрафте, но все вымрем просто. Вот смотри, раньше здесь была вода, а сейчас реально глобальное потепление, лава поднялась. Это вода превратилась в лаву или просто иссушилась? И, короче, это все очень страшно, очень непонятно. Это очень страшно. Я надеюсь, что сегодня никакого метеорита не шандарахнет. Всегда по традициям мы зашли в Майнкрафт, этот чубзилет сверху сказал, что это глобальное потепление, вот это все. И, как всегда, по традиции мы нашли сразу же деревню. И, по сути, тогда мы сейчас должны узнать, какие секреты хранит эта самая деревня. Кать, мы с тобой распределяемся или идем вместе? Давай лучше вместе. Давай вместе, и нам мне нужна еда, по крайней мере. У меня осталась 41 морковка, но мне этого мало. У меня в инвентаре 2 хлеба, парочку яблок, немножко... свеклы, вот это золотое яблоко, немножко пшеницы и немножко курицы. Ну, правда, с этого можно борщ прям полноценный сварить и кисель какой-то. У тебя 41 морковка, ты чё, мало этого? А, все нормально, у меня 32 картошки, сырая баранина, курятина, яблоки. Нормально, все, живем, пойдем. Слушай, Кать, а мне кажется, или это какое-то новое здание в Майнкрафте появилось? Или почему-то мне кажется. Там корова эта грибная в этом здании, чё она там делает? Нифига себе. Слушай, а смотри, тут яма какая-то и лопата валяется. А как она так там оказалась? И сундук, чё мне? Это что за дичь еще? Подожди. Открой сундук. Подожди, лопата? Слушай, тебе вообще ничего не напоминают вот эти камни? Камни. Камни напоминают? Ну да, все камни одинаковые. А мне кажется, все камни разные. Ну, сейчас не о камнях дело. Тебе не кажется, что эти камни похожи на остатки какие-то? А лопата и вот эта яма, это как будто какие-то раскопки. Ну, может, здесь живет археолог. Ну, кто же его знает? Ядреный пень! Поэтому у археолога 29 патронов, еще 49 патронов, глушитель, прицел и винтовка. О, дай мне винтовку, я люблю винтовку. А, не, никакую винтовку. Ты знаешь, я с 5 класса стреляю. И мы это уже поняли, А когда это было? А, ну прямо сейчас. Я специально тебе не сказала, что мышь такой... Ну, кстати, слушай, с одного выстрела убивает. Неплохая еще реально сюда присандалить вот этот прицел, и она вообще прям на такие дальние дистанции будет стрелять. Неплохо. Почему всегда ты все себе забираешь? Ну дай мне какую-нибудь пушечку, а если вдруг сейчас нападет кто-нибудь, разбойник какой-нибудь, или там корова-сухопутка какая-нибудь злая. Ну дай что-нибудь. Кто мужик в доме? Я мужик в доме! И да тем более никто на нас сегодня не нападет. Разве реально какой-то метеорит шандарахнет, да и все. Ну ладно, хорошо. Пойду когда поищу что-нибудь в других домах. Стой.
Стой. Или меня чё? Плющит, или там какие-то коровы чернобыльские пасутся. Какие-то... Не, мы в Ижевске сегодня. Ну ладно, коровы ижевские пасутся. Ты смотри, они... Двухлапые! Кого? Фу, это ящерицы мерзкие. Слушай, может мне их отпугнуть? А то они какие-то не очень дружелюбные. Сейчас кому-то по заднице выстрелю, давай вот этому. Опа! Динозавр был убит... Да хватит уже! Ну сколько можно вторую серию подряд? Столько криперов вот этих! Подожди, они убежали! Хорошо, что убежали, а то я думаю, они все как разозлятся и пооткусывают нам по упопе. Тебе левое, мне правое. Кать, я убил, писала, динозавра. Динозавра? Да это ящерицы обычные, вон у меня на даче такие прыгают, ползают. Каролина, скажи ему, это динозавр, ой, динозавр, это же ящерицы. Фу ты. Ну ладно, так, пока эти ящерицы обратно не вернулись, Кать, иди вот сюда, мы еще эти дома не облутали, давай, запрыгивай, запрыгивай. А как ты это сделал? Прыжком, запрыгивай, ага, запрыгивай, ага. Давай, запрыгивай, давай, Помолчи, ты меня смущаешь. Все, давай, так, а что это же ящерица, ящерица-динозавр. Дальше. Так. О, мазики я себе забираю, мазики и яблочки тоже себе забираю. Ну да, одно, железный нагрудник ты зачем выложила, Кать? А мне он не нужен, и шотган забираю себе. Угу, спасибо, все пушки тоже себе. Ты только что жаловалась, что у тебя нет вот этих пушек, ты дробаш только что нашла. Ну отлично, главное, чтобы пули хватило, правда их всего лишь 22 тут, ну так. Ладно, хватит, наверное. Кать, мне нужно верстак найти, у меня нет дерева, иди сюда, давай по другим домам сейчас пойдем, только, пожалуйста, аккуратно смотри по сторонам, если эти ящерицы-переростыши вернутся, будет не очень хорошо. Пс, можно тебя кое-чем попросить? Проси. Короче, если ты найдешь дерево, сделаешь палочку, на тебе два алмаза, вот эти, которых я нашла. Только себе не забирай, сделаешь мне алмазный меч. Понял? Понял, все понял. У меня тоже есть еще 3 алмаза, значит, я себе тоже сделаю алмазный меч. Будем с тобой крутыми. Ты прикрывай спину, у тебя есть дробаш, руки возьми! Зачем ты его? Перезаряди! Р! Ой. Кать, не стреляй, а перезаряди. Все, тихо. Тихо. Охота на ящериц. Охота началась, только я не знаю на кого. Мы на ящерице или ящерицы на нас? Иди сюда. Так, есть сундук и есть верстак. В сундуке кукиш с маком, ни черта, а в верстаке то... Давай, верстак, подожди. Если я поставлю сюда вот эту пушку и к пушке присоединю вот этот прицел... О-хо-хо! Ты смотри, что у меня... Слушай, хватит окна разбивать. Я попробовала, просто чисто попробовала. А сейчас к этой пушке я присоединю еще глушитель и дрёный пень. Ты только посмотри, что у меня получилось. Ну, тебе как обычно лучше, подумаешь, у меня какой-то шотган. Так, а дерево, сейчас я добуду дерево, чтобы сделать себе еще вот эти мечи. Ты смотри по сторонам, по окнам всем, смотри-ка. Смотрю, пока чисто эти ящерицы вроде бы ушли. Может быть, их жители отравили там ядом каким-то, знаешь, ну как муравьев травят. Да, да, кстати, да. Палочки вот сюда, 2 меча, да, говоришь, нам надо, значит, делаем 1 и 2. Так, держи, иди сюда. Да дом-то зачем сломала-то весь? Держи 1 меч. Чайно, что ты сразу? Я беру вот это, так, железный к чёртовой бабушке выбрасываем обратно, он нам не понадобится. Все, ты готова? Да, готова. Дробаш руки и смотри по всем сторонам. Все, да, налево, я направо. Кто налево, кто направо? Ты направо, я налево. Ах ты собака. Они нас окружили. Ящерицы, да, говоришь? Что ж ты, они вообще на ящериц не похожи? Какие они мерзкие, фу. Иди сюда. Куда? Да, аккуратно ты, когда я тебе говорю, не, что ты перезаряжаешь, что так странно, это дробаш или что? Стреляй! Убей я одного! Я боюсь! Одного убил! Стреляй! Кать, ты куда побежала? Сейчас, подожди, попробую выстрелить. В пульки кончились, перезарядка. Помогите! На меня иди сюда, надо возвышенность, вот это, занять у меня, вот эта винтовка дальнебойная. Надо сверху стрелять, ты видишь, какие вот эти ящерицы ловкие? Тихо. Да, тихо. Фу, ты видел их зубы, бля.
Так, давай, забирайся сюда, забирайся вот сюда. Так, сейчас вот здесь обсидиан поставлю, неважно. Вот так, забирайся, будем здесь, давай. Так, давай, короче, их вышли. Вот, я вижу, под лесом. Охраняй спину, ты, короче, будешь моим наводчиком, говори, где они находятся, я буду целиться. Так, вижу одного, вижу давай, одного. Давай, короче, смотри, северный ветер, западная, западь. Ага. А немножко левее на 5 сантиметров, вниз подожди, немножечко подожди. На дециметр. Они слишком шустрые, я не могу ни одного выцелить. Северо-восток! Да, я вижу то, что северо-восток, подожди, они слишком... Не попал! Не попал! Промах! Не промах, попал. Катя! Ты... Отстой! Ну-ка давай, соберись, тряпка, сейчас, давай. Сейчас соберусь, ты просто... Целимся левее, целимся. Правее, левее. Так, левее, куда левее? Правее. Правее, вижу одного. Да левее! Да подожди ты! Так, давай, вторая попытка, давай, левее. Левее. Куда левее? Правее. Вижу одного. Левее! Левее или правее? Ты вот это, определись! Вижу! На 5 сантиметров левее, на 3 сантиметра правее, давай. Стреляю! Попал! Попал и не убил! Зато испугал! Так, еще одна. Попал! О, минус один. Одного убил. Слушай, Кать, может мы их не будем убивать? Мне кажется, их там безграничное количество. Может просто свалим с этой деревни к чертовой бабушке, не? Так они за нами побегут. Ты думаешь, они что, такие тупые? Ага, еще одного убил. Без прицела прям убил. Пошли. Я попробую. Не надо, у тебя дробаш, он на такие дистанции не стреляет. Пошли за мной. Пошли, текаем в ту сторону, надеюсь, что они нас не будут выслеживать. Пошли, Кать. Я считаю, это меня спасет. То есть ящеры тебя увидят и обосрутся от страха или что-то вот в этом роде? Типа вот в этом роде что-то. Хорошо, если в этом роде, то мне кажется, этот род сработает. Но я как бы не уверен. Давай за мной. Иди сюда. Хорошо, только я ничего не вижу, я куда-то упала. А я зато вижу машину, джип. Ой, фигня, это идея, короче, сейчас подожди, сниму. Угу. Подожди. Да стоп ты! Ты же не понимаешь, что не все так просто в Майнкрафт, но вот это происходит. Если там стоит джип, это не значит, что к нему надо бежать, а вдруг он взорвется к чертовой бабушке. Давай мы сначала его обойдем, посмотрим. Там кто-то есть. Стой. Они не агрессивные? Надо проверить, давай я подойду к ним. Давай. Эй, вы! Если он съест кого-то, то давай тогда тебя, а не меня. Они меня вообще не замечают. Они просто кушают травку. Ну если травку, значит они травоядные. Они не будут нас убивать. Ты смотри, какие миленькие. Ну это уже точно не ящерицы. Я тебе говорю, что это динозавры. Я когда смотрел парк вот этого юрского периода, я там точно таких видел, только они еще более огромные были. Так это скунс. Вот, смотри, бело-черный. Ты Дуримонда или как? Почему? Это динозавр маленький. Какой скунс? Ну, скунсовый динозавр, значит. Или динозавр из скунса. Господи, помилуй. У них два рога на лбу. Какой скунс? Слушай, а может их покормить? Кстати, а чё они кушают? Кто яблочко хочет? Держите! Подожди, а яблочко тоже могу им дать? Я не знаю, яблочко они не хотят, подожди, а если пшеницу, если не травоядные? А пшеничку? О, ты смотри сразу, как прыгать. Так, все в ряд, в шеренгу, в ряд. Подожди. Держи, вот ты первый, кушай. Вот ты второй, самый маленький, иди кушай. И вот ты главарь банды. Ой, какие... Пошли. Все, давай. Удачи вам жизни, хорошего там вот это. Вот, травоядные хорошие, кстати. Не кусаются, да, не хорошие. Пьют. Тебя вообще не смущает то, что как бы динозавры жили миллионы лет назад? Так, Кать, я тебе все же предлагаю пойти посмотреть, что же это за джип и пригодится он нам или нет. Он рабочий, не рабочий, сейчас я проверю. Рабочий, все работает. Кстати... А на крыше вертолет! О, отлично, вот ты садись в машину, я пошла. Куда? Стой! Пацан, еще, держите, еще каждому по пшеничке, давайте кушайте, не ссорьтесь там. Сейчас посмотрим, вертолет, не вертолет. Ууу, нифига, это реальный вертолет, настоящий. О, ты какой. Так, ну если джип был рабочий, значит вертолет тоже будет рабочий. Я это один сейчас слышал? Я хотела оглянуться по сторонам, чтобы вдруг нашу попку никто не укусил. Как ты думаешь, кто это сейчас рявкнул? Да, наверное, вот эти травоядные, не? Может быть, залезай внутрь! Внутрь залез уже, спускайся! Да
не вертолет внутрь, а внутрь спускайся дома. Еханый ты бабай. Так, Кать, если мы будем сваливать через что? С машиной или с вертолетом? Потому что... Через что? Не знаю. Ну, наверное, через эту машину? Я, кстати, не знаю, как на вертолете летать, не умею на нем летать, но на всякий случай, кстати, я вижу, что-то там в доме есть, какие-то... Кать? Чё там? Там я что-то вижу, там что-то есть. Там что-то прикольное. Ой. Ти-ти. Кать? Ты видишь, там огромный хвост какой-то? Офигеть, как смешно! Нас сейчас сожрут, через пару секунд ты горишь! Тихо. Иди сюда, я сейчас под... Тихо. Так, тут еще, подожди, здесь какие-то пилюли, какие-то что-то, шприцы, уколы непонятные. И что нам теперь делать? Мы же даже на улицу выйти не можем. Ну нам надо отсюда как-то скрыться, да что вы за нами-то ходите? Уйди отсюда, заколебали, я вам дал два раза пожрать. Тихо. Он прям возле дома прилег, как у себя дома. Собачка, что ли, а? Ты чё? Ой. Вы чё, дебилы, что ли? Вы чё его злите? Вы идиоты! Я не могу понять! Он спал! Вы чё? Да-да! Он спал! Вы чё, дебилы? Троец! Ой, кажется, он кого-то убил. Он кого-то убил. Потому что эти травоядные придурыши начали его атаковать! Это вы травоядные, а не он! Катюха, он просто всех там подряд убивает, на кого только видит! Все, тихо, давай, короче, иди в вертолет, пошли вертолет, отсюда надо сваливать, чертовой бабушке! Парки юрского периода какой-то, я подписывался на то, чтобы в Майнкрафт играть, а не чтобы вот это, от динозавров, тиранозавров, вот это улетать, короче, Кать, садись, давай! Куда садись-то? Все, о, села. Ты смотри, какой огромный, он прям за нами ходит. Если он сейчас вертолет собьет, хотя как он собьет, он же не умеет прыгать. Сейчас я зависну здесь над пропастью. Ага, так он же может даже вертолет сожрать, ему же пофиг, это ж тиранозавр. Дебил. Спускайся. Он что, упал? Он что, упал? Ты посмотри, какой он смешной. Убить нас не смог. В пропасть упал, один хвост торчит. Давай я ему хвост как раз таки выстрелю. Подожди. Давай. Опа. Оп. А я тоже, смотри. Ладно. А, не попало. А тут, походу, его невеста пришла. Кать, он за нами бежит! А тут! Я друг вам! Вот тебе и Ижевск. Настоящий парк юрского периода. Ядрить-колотить.